И всем привет! Ой, он знака боится. Так, ладно. Все, поехали. Сейчас, блядь, опять начнется всякое разное. Что тебе надо? Вот тебе хорош. Thanks, Jack. Ruth would have been heartbroken if I'd lost it. I'll be done in just a second. Hold on. В общем, продолжаем Call of Cthulhu. Забыл, здоровался или нет, еще раз поздороваюсь. Всем привет, в общем. Будем опять в эту замечательную игрушку играть, хоть и старенькую. Так, где там у меня? Jack, I think I saw some ammo in the back of the truck. We'll need it. О-о-о. Побег из Инсмута. Угу. Что за... А, о, блин. Что за хмыри, блин? А, сейчас меня атаковать будут. Hold on, Jack. To what? Whoa! Get ready, Jack. Дайте ему уйти, да? Ай, блядь! Jeez, Brian, watch the road! Куда там врезался? А ты чё? Так, так, так. Я чуть с ума не сошел, что ли, блин? Охереть, блин. Лечиться успею, не успею. Ладно, пока, пока едем. Блять. Так он говорит, опять попадает, блять. О, тупо застрелили. Чё-то я не понял вот этот прикол, блин. В смысле, все я понял? Да они типа прям по мне, что ли, целятся, получается. Get us out of here. Hold on, Jack. Так, что у нас? Я целенький, да? To what? Я же не успею полечиться там. Get ready, Jack. О, блядь, они издалека попадают. Да хорош, блядь, мазать, скотина. Блядь, так. Успею, не успею. А, что-то успел, что-то нет, я так понял. Блять, стрифиться, в общем, буду вкус. Хорош, блять, буду пугаться, блин. Он говорит, в задней части автомобиля, блядь, такого кара. Блять, хорош попадать, блин, они издалека попадают, нормально так, скотина. Или я просто сусь, бля. Пугай снять бой, бля. Че, свалились, что ли? Мне кажется, нет. А-а-а, чё, бля? Что было? Хе-хе-хе, чё-то опять пропустил.
Да пошел ты, сука, снайпер. Че там? Нихера себе, какой весь скоцанный. Жертва убегает. Жертва я, да? Do something about that truck, Jack! А что, застрелили, блядь? Так, что-то нужно было с грузовиком сделать. Блядь, с самого начала, сука, пропустить можно эту херню. В общем, нужно сидеть в грузовике, стрейфиться и что-то с этим грузовичком, со вторым грузовичком сделать. Вот, за борт держись, блядь, все, едем. Дайте, блядь, его лучи. О, попал. А чё я оглох-то, блядь? Так, я коцнулся. Да, коцнулся. Блять, выстрел не убился. А он меня попал, блядь. Да! Блять, сука, уйди нахер. Так, чё у нас с лечилкой? Так, чё... Блять, а, в местах. Успею, не успею, не помню просто. Можно здесь лечиться. Да, блять, сразу попали, блять. Её ж кость торчит. Вы чё, совсем что ли, блять? А, так, сейчас более-менее потише будет, да, до грузовика. Надо полечиться. А, блядь, чё? Где? Чё опять я не успел увидеть, блядь, как я не понял. Обязательно головной меня хотят замесить-то. Так, давай сейчас грузовик будет. Что там сделал грузовиком? А, вот тут рядом. Блять, да хорош! А, подожди! Я сейчас с ума сойду. Блять, сейчас опять. О, взорвался! Ай! Да я там в грузовик попал, я там так и не пробовал. Они идут сюда, в смысле, блядь? О! Пошли вы нахер, блядь! Сука!
The old fishing cannery is just around the corner. Hurry up! It's swarming with the order. Just find Rue. I'll meet you at the other side. Все, да, вылазим. Ой, блядь, сука, вылез. Ух, доехали. С какой с третьей, да, попытки? Ну ладно, ладно, ладно. Фу, блядь, опять что-то завис на секунду. Напоминаю, игра вылетает. Да ё карты бабай, блядь, чё за сука? Куда прятаться-то? Давай, вылазь. О, так, чё у меня револьвер? Ну чё я сейчас подобрал этот револьвер? А, патроны для револьвера. Ох ты, блядь! Чё ты вас там? Сука. Так. Я в натуре что-то туплю. Куда бежать? Куда бежать? Куда бежать? Туда не пройти. Сюда не пройти. Так, уходим. Че, сюда реально надо валить? Оба. Ты что-то до хера, бля. Ха, ушел. Ушел еле-еле. Да, аптечку-то надо пополнить, я ее там столько потратил. Так, теперь первоочередная задача. Хера себе. Первоочередная задача — найти сохранялку. О, блядь, идет, сука. Отстань, блядь! Все, уходим. Да, идет не сюда. Так, игра понемножку превращается в стрелялку, да? А вон амбар какой-то открыт. Ой. Там куча чуваков. Не куча, а один. Два. Сохранялку-то получится, нет, найти, бляха-муха. Я так и не проверил это, удары монтировкой по голове сзади работают, не работают вообще. Так. Ой, идет, блядь. Чё он какой-то мучноватый.
еще человек или нет, блин. Твой. Сука, заметил. А, блядь! Что за автоматический огонь? Вы чё нахер? О, бля, ушел. Они с автоматами, их там четверо, а я думал двое или трое. Чё? Стреляли опять, бля. О. Уходит. Хрен, сука, автоматчик там, да, видел. Бля, в общем, нужно по одному их выносить. Я такого с автоматчик шел. Первого-то надо автоматчика выносить так-то, бля. По уму. А, бля, что-то их тут до хера. Ой! Ой! Чё? Да, блядь, ещё один, сука! И они, я так понял, не совсем люди, блядь. Иди сюда! Те, которые на складе, они реально уже как лягухи выглядят. Блять, сука, страшный голос у них. Все, пошли нахер. Так, у меня все дела на складе, в общем. Патрончики. Так, сколько у меня патронов для дробовика-то? Ого! Отстрелялся, да и от пистолетов-то осталось 11 всего, бляха-муха. Тут перестрелку-то знатную устроил, когда на грузовичке ехал. А револьвер... А, подождите, у меня револьвер появился же. Я чё тут... Вот он! Сколько для револьвера? 48. Мы пока походим с револьвером. Еще, кстати, проверить надо его убойную силу, блин. Это ж всё-таки не Resident Evil. Где куча револьвер, может быть только ракетница. Бля! Ой! Блять! Сохранялку, сука, дайте! О, наверху. Блять, я тупой. О, о, какой-то секретный переход. Где это я, блядь? Ну, в смысле, в складе, понятно. Блядь, страшно так.
It won't open. Чё, реально сюда надо было пилить? А я хочу там посмотреть, что есть. Там чувак был наверху. И выход на улицу. Блять. Опа. Да, взяли что ли? Блять. There's nobody here. Да? Ой, бля. Было очень смешно. Так вот, их там двое. Чё там наверху? Здесь патроны есть, значит сюда заглянуть надо. А, блядь! Сука. А, блядь, сука, застрели! Сука! Это что, с самого начала, что ли, блядь, да, ёкарный бабай? Ну я, блин, рисковал до хера. Там еще улица так-то. Прямо в бошку, блядь. Бежим! Блять, не пали. О, ногу сломал. Звук такой. Да. Ни хрена себе, как я это нахерачился. А Морфия зачем кольнул? Я думал, с Морфием мне типа лучше станет, что ли? Ну, в грузовике, когда я ехал. Ой! О, блядь! Сука! С испуга в голову прям прицелился. Попал. Ну да, лягуха. Технически-то ведь так-то убивать их не обязательно, но, блин. Если я стрельбу начну, они же сбегутся, бля.
Да блять! То в прошлый раз херово стреляли, то в этот раз, блять, снайперы нахер. Давай сюда сбегу. Ну так. It won't open. Won't open. В ящиках нихера нет там. То я что-то так понимаю, я понемножку бедствовать начинаю. Патроны дробовичка кончаются. Блять, приходится это. Ух ты! Блять. Все-таки, блять, тут. Ну, в общем, револьвер средней по мощности. Мощнее пистолет, конечно. Пистолет-то почему у меня так мало осталось? Я так нашмалял его. Но он быстро стреляет. Че у меня с ранениями? Блять. Шовная нить у меня нет. Ну чё за прикол-то, сохранялку-то куда вы спрятали, блядь? Уж больно далеко как-то. Так, это вот там бар вот этот сраный. Эти, главное, машину бросили, и им с ними ничего не случилось, что ли? Ой. Блядь. А чё, попробовать вынести, может быть? Все равно... А? Или они тупо заново появятся, как уже бывало. С автоматами стали ходить, падла, да? Так, хочется туда сходить, проверить тупо, сбегать. Но сохранялки нет. Я, главное, револьвер-то вроде два выстрела произвел. В голову, главное. Со второго только выстрела помер, блядь. Ой. Где, блядь, этот хмырь? Юда! О, блядь, сука. Мимо. Так-то прикольные такие перестрелочки, почти траншейные. В замкнутых пространствах. А не это. Я не скажу, что у них АИ у противника мощный, но они, по крайней мере, бегают, то есть не стационарно стоят. Быстро бегают. Приходится это. Мышки-то ворочать, чтобы попасть в них. Такой звук приятный был. Патроны вошли в гнездо. Пинь. Блядь, да ебаный в рот. Так, троих вижу.
Вот тут еще подъем наверх был, блин. А, блядь, ты, конечно, подъем наверх. Дьявола я выпустил, он сказал «фак». «Фак, I lost him». Они тут еще ругаются, оказывается, нормально. Ой. Опять, блядь, страшные эти звуки. Так, сейчас проверим с монтировкой, походу. Блять, да, это будет смешно, если он меня сейчас застрелит. Блять. Я все ждал, когда он начнет месить меня из этого. Ох ты, сука! Из пулемета, ёпта. Так, нахер я сюда поднялся? А, ради этого. Тут у нас... блядь! Вот она, сохранялка. Нахуй, я сейчас все вон... погоди. Оба. Я вас сейчас, сука, припомню сейчас. Эй! Чуть не хотел сохраняться. Так, тут еще и выход на крышу, я смотрю, да? It's locked. Окей. Так, внутренний какой-то дворик. То есть надо было прям реально наверх идти. За сохранялочкой. Сейчас еще обшарим эту херню. А или что, я здесь убил этого, наверное? Бежал на помощь, блин, своим приятелям, подельникам. Что у нас здесь? Сюда не залазит, да? Не залазит. А, блять, автомат здесь еще. Автомат у нас на какой клавише? На 6, наверное, да? Автомат вообще на 7 почему-то. Сейчас пойдем по гангстерски. Сгоняем в одно место. Но сначала сохранимся. Побег из Инсмута. Так, что у нас с лечилками? Так, с лечилками-то у нас все херово. Я про зеленую циферку. Это типа у меня максимум, и надо это тратить их, что ли? Правильно понял? О, еще патроны забыл. Пиздец-то, блин. Патроны для чего? Для дробовичка. Хера не видишь, блин, бродишь.
Так, я все равно. Чё, я чё все равно, блин? Маяк. Ух ты! Свет, светом ебанули. А где все противники? А вон он. И вода бьется о берег крутой. Ха, он меня за столбом не видит. О, блядь! Хера ты как издалека шмальнул. Да ты, блядь, ушел. Он, видать, больно попал. Да? Disappear. Ага, вот он ушел один. Мне бы вот того дальнего снайпера, который, блядь, взял и попал прямо издалека. Ха, вон они оба. Так, иди сюда, бля. Хе-хе. Упал сраженный бандитской пулей. А-а-а, да что такое? Второй раз, главное, показывают эту херню. А-а-а, это показывают бабу, наверное, которую спасать приперся. Типа, что ты херней маешься, блин, у тебя там дела есть? Решать. Я чё, ранен, что ли? Что я ранен, понятно, чё он ходит-то не глядя. Избегаем. Так, вот у них маньяк. Ой, маньяк. Маяк. Маяк херачит, в общем. Нахер вы мне вот сюда... О, блядь! Ух ты, бля. Ага, за патронами я сюда пришел. А отсюда я тупо по ходу дела приехал, да? Карта что, далеко будет вести, нет? Ага. Интересно. Неисследованные области. А, это шахта, ёпта, я думаю, да. О! Просто так сходила. Так, что у нас по лечению? Бинты. Так, давай лечимся. Противоядие. Так, три бинта расхерачил. Я просто так и не понял, одна аптечка насколько все это пополняет всякого-то. Что у нас? 5, 2, 0, 2. 7. Так, это 2, и по одному. 2, 1, 1 добавил. Наверное, еще противоядерный добавил. Наверное. Фуф! Так, что у нас с патронами? Я так понимаю, револьвера больше всего, да? Тынк. Блядь, да пошел-то. Не зря, не зря сходил. 5 револьверных патронов. Вот чё, 48. Вот, брать нельзя. Надо расстреливать их, блядь. Сейчас штуки 4, наверное, просто так улетели.
плохо, какая. It won't budge. Блин, патроны жалко, блять. Ладно, поехали, братан. Так, и для автоматика, по ходу дела, надо бы тоже чутка потратить. Ну сколько там, сколько дисков он сможет с собой носить? У него сейчас, типа, я так понимаю, 3 диска как бы. Они, блин, ну, по-человечески, если в реальном смысле. Тоже ведь вес весят патроны, это, блядь. И не по 5 грамм, блин. Там, блин, десятки килограмм можно с собой таскать. Так, сейчас сохранимся и продолжим. Все, в этот раз нормально так прошлось. Тут, да тут бегал, блин, загнанный. Еще туда ведь не хотел идти. Типа, хули там из-за патронов. А там пулеметик стоит. Вот, мне только другое интересно. Вот у нас на цифре 1 монтировка. На цифре 2 нихера нет, вот нихера нет. На 3 у нас пистолет, на 4 револьвер, на 5 дробовичок, на 6 нихера нет. На 7 это Томмиган. Тут еще, кстати, что я в управлениях путался-то. Тут сидя не срабатывает кнопка прыжок. Он бы хотя бы это вставал бы тогда. Чё здесь, блин, типа лабиринт, что ли? Чё здесь придумали? Так, давай-ка скорость сбавим, блин. О! Так, значит, 2. 1-1 добавится, да? Хоба. 2. Угу. Фуф, лечил какой-то. Чутка восполнил, блин. Так, ключи. Патроны для чего? Дробовичок. По 5 патронов, да, дается? Блять. Что-то я не запомнил. По 6. Так, ключи я сейчас возьму и начнется здесь сразу. Это вакханалия. Давай-ка бегаем на разведку сначала. Лестница, значит. Почему я думаю, что начнется в канале? Ну все же логично, огромное пустое пространство. Никого нет, и кого-то показывали, ключи висят. Jack, о, блядь! Ну, я же говорю, она наверху. А кто все охранники-то, блядь? Ruth, what the hell are you doing up there? Прячусь. There was gunfire outside. I only just managed to climb up here and threw the ladder down to escape. I'm trapped up here, Jack. The door's padlocked, and this ledge isn't gonna hold for much longer. Ты сколько весишь-то? I wanna die, Jack. Help me! Keep back! I'll figure something out. I can hear something. Вот. Spread out! He's around with some money. Dead. Search the area. Outside. Ah, это... Show yourself. Show yourself. Ой, блядь. А, бежим нахуй. Ну, не совсем нахуй. Ух ты, блядь, прям на этом бежал. Скотина, блядь. А чё они меня сразу заметили-то, эй? Ох ты, вот так вот, да. Сразу окружили скотина и сразу стрельбу начали. Хоть бы дали бы это, оклематься мне, спрятаться что ли, блин. Занять оборонительную позицию. Так, где еще патроны? Вот. 18. 24, да, 6 патронов дал. Вот.
дерзкий побег. Где спрятаться-то вот, если что? Сюда не надо было бежать. Ладно, поехали. Jack, I'm up here. Ruth, what the hell are you doing up there? I must have been followed. They stormed inside just moments ago. There was gunfire outside. I only just managed to climb up here and threw the ladder down to escape. I'm trapped up here, Jack. The door's padlocked, and this ledge isn't gonna hold for much longer. I don't wanna die, Jack. Help me! Keep back! I'll figure something out. I can hear something. Spread out! Spread out! Spread out, spread out. Search the area! Outsider, show yourself! Show yourself, outsider! Spread out! Search what we want! Spread out! He's around there somewhere! А, все-таки типа по-любому замечаю. Надо уйти с линии огня. Ха-ха, блять, дебилы нахер. Сейчас вас по одному-то перешмаляю, блять. Он мой, говорит, да хер тебе, блядь. Так, вы там живые остались, нет, сколько-нибудь у вас? Остались. Блять, промазал. Стоп! Че еще есть, нет? Кто там, блять? Кто там такой бёрдзи? Хорош орать, блять. Внимание тут привлекаешь. Так, как тебе помочь, в общем? Не нервируй, бля. А хер его знает, как тебе помочь. Че ты, блядь, ну ворота открыли, я понял. Так, грузовичок стоит. Ага, лечилочка. Так, че у нас с лечилочкой? Так, 10 здесь максимум будет, скорее всего. Да, я еще. А, о! Вас мне выстрелили. Давай, лечись. 8. Взяли. Вот, да, 10, 5. Сука, и куда тебе? Как тебя спасать-то, блин? О! Вот мы отсюда будем спасаться. Осталось только подружку у нее спасти. А, блядь, дура. Хоп. Ой. Или это я дурак? Так, допрыгнуть, ну допрыгнуть. А, блядь, переломал все. Реально переломал. Ты че, блин, болезный? Аж прыгать не может. Ногу сломал, шину поставил, все нормально сразу стало. Блять. Я, бляха, не могу. Блять. That won't work. The lock's badly rusted. Так, здесь катит. Это там наверху. А, к тебе пробираться, что ли, надо как-нибудь? Нет, нет, нет. Беда, блин. Блять, она меня бесит своими этими завываниями.
Я хер знает. It won't open. Не знаю, куда, как к тебе попасть, блядь. Я знаю, что я сделаю, блин. Я, блин, жадный, и патронов мало. Я сейчас... А! Ты чё, я проиграл, да? А чё, сохраняться не надо, да? Что случилось? Ну, в смысле, что случилось, понятно, блядь. Я просто не знаю, как тебе лезть туда. Блять, разбилась нахер. Дурында, да? Ну, блядь, ну пойдем глянем, блин. Что делать-то? Нет, давай сохранимся на другую сохранялку. На всякий пожарный. Может, ее спасти можно было, я хер его знаю. Бен. It's unlocked. О, блядь. This old fishing net has seen better days. И-и-и. А вот так ее надо было спасти. Ой, они опять все появились. Ага. Поэтому загружаемся. Нет, блядь, нетушки, нетушки. Загружаемся вот эту. И пошли смотреть, что с бабой сделалось. Из автомата заодно постреляем, так чисто. Ну ты, ну как сказать, не очевидно же, куда бежать-то было. Сейчас сумасшествие меня накроет, да? Ruth's dead. Looks like she broke her neck in the fall. И чё? Ruth's dead. Looks like she broke her neck in the fall. Все, поехали. Я все, я сделал все, что мог. Sorry, Brian. Ruth's dead. I tried to save her, but. No, damn it. That's not possible. If it wasn't for me, she'd still be alive. Shut it. You don't have time to be angry. If we don't get out of here right now, we're gonna end up the same way. Get in the back. Интересно, как это вообще повлияет? Ой, этого застрелили. Это кто? А, это полисмены какие-то спасатели. Нихера себе. Из федерала психбольницы. Так, это воспоминания загубленной этой девочки, которая мне потом появилась. Хра там у вас мясники, блин, какие-то. Чё, вы меня на лоботомию повезли, что ли? Бля, чё происходит? Больной? Скажите, а? Или что он там делает, блин? Что за процедуры? Какие именно, то есть? Did I ask for your damn opinion? Remember who funds this damn nut house. Nut house. Very well.
гидрохлорид морфина, говорит, на те. Ну как, говорит, вставила? Нормально? Немного? Мистер Уолтерс, our friends in the Boston PD hold you up as quite the hero. Before you went all screwy, that is. Ну, есть немножко, да. I don't like heroes, Mr. Вы меня привязали, что ли, блин? And I don't care for your opinions, whoever the hell you are. J. Edgar Hoover, from ой, the Bureau. Ой, ни хрена. And considering your position, Mr. Walters, you best mind your manners. Now, what was your business in Innsmouth? Just stopping in on some broad. I was feeling down on my luck. Needed the company. Bullshit. There are only two types of folks that visit Innsmouth. Criminals and fools. And you don't seem like a fool. А, настоящие полицейские из Америки, блин. Пиздят заключенных. Причем не просто так, а как бы это инструмент такой. Чё, током? Блять, вы чё нахер? Что вы делаете? А, точно током. Блять. Вы чё, совсем что ли, блин? Wake him up. В смысле, я не сплю. Так, может, я вот это вот все зря проверяю? Надо, блин, это как в интернете почитать. Стоит спасать руки? Just charge me with something, cause I don't know nothing. This is not gonna stop, Mr. Walters. So you may as well level with me. I already told you. It was nothing. Missing person case. And I needed the dough. А нахер ты вначале врал, если вот просто взял бы сказал. Ой, девочка. А ты чё не пропадаешь, блядь? И врач куда делся? Ой, этот стоит. Блядь, вы в дурку нормальных врачей не берете, да? Только каких-нибудь монстров. Либо на лицо, либо душевно. I was only checked in либо for плохо one night, учились. And I had to blow the joint in the early hours. Seems the locals didn't take kindly to my snooping. For Christ's sake, Walters, is it normal in your line of work to break a punk out of the can and breeze out of town in a stolen car? Only on the good days, but not normally. No, I've had a shitty night, Hoover. So I'd really appreciate you cutting me some slack. What's the bureau's beef with Innsmouth, anyway? Widespread criminal activity, Mr. Walters, and half the damn town's involved. Our government's never had to handle something on this scale before, but they won't sanction a full-scale operation without more evidence. И вы меня докапываете, да? Теперь доказательства ему нужны. Нахер ты все время туда уходишь за угол, эти невидимые? I appreciate the bedtime story. I don't see where I come into this. Thanks to your meddling, Mackie's gone missing, and he was close to something. А, Мэкки something раскопал. We could use. Missing? What do you mean missing? He was supposed to check in hours опять ago. Подходит. Our plans have now changed. You'll be accompanying us back into Innsmouth, Mr. Walters, on a small-scale raid. Our target, the Marsh Refinery. Так, главное, нахер вы меня с собой берете, блять, дурки бы оставили. Мне нравится, сука, крыша. Lapdog, крыша на голову есть, кормят. Морфием колят, развеселые процедуры, нахер, блядь, нахер я тут не пойду, блядь. Давай еще, блядь. I'm not in the business of making requests, Mr. Walters. Оружие это вернете? Or have you forgotten your past so quickly? A signature here, a signature there, and we can make you a permanent fixture of this delightful establishment. Так я говорю, я согласен, блин. I could even arrange for you to have your old room back. Fuck you. Постоянная компания, врачи опять. Good fuck you. Пошел к дьяволу, главное. Pleasant fuck you, он dreams. Сказал. Ну, блядь, ты киртонцы. Расхуярили ебало. И повезли с собой. Так, федералы. Ночь.
На время допроса мне стало очевидно, что ФБР наблюдали за Инсмутом вот уже некоторое время. Мэкки был агентом под прикрытием, теперь он пропал без вести. Гувер и его подопечные собираются провести рейд на комбинате Марши. Я на него приглашен, хочу я того или нет. Будто мало мне того, что я пережил за последние 24 часа. Я пытался предупредить Гувера о том, что их ждет на комбинате, что рыщет во тьме под городскими улицами, но он мне не поверил. Не могу сказать, что я этому удивился. Я бы на его месте тоже не поверил, если бы не видел все своими глазами. А Гувер не видел того, что видел я. Судя по вопросам, которые мне задавал Гувер, блять, Гувер, ФБР почти ничего не знает об Инсмуте, ни об Инсмуте, ни об кабинете, несмотря на то, что агенты бюро уже некоторое время наблюдают за городом. Херовые, значит, агенты. Неудивительно, город отрезал себя от внешнего мира больше 50 лет назад. После этого не было приезжих. Похоже, Мэкки им ничего не рассказал или ему тоже не поверили. Гувер думает, что старость. Гувер, блядь, золотообогатительный комбинат является источником богатств семьи Марша, а также стал укрытием некой криминальной структуры. Он считает, что на комбинате производят гораздо больше золота, чем содержится в закупаемом руде, и хочет знать, что как такое может быть. Ну, блин. Догон им там приносит. Когда только приехал в Инсмут, я тоже считал, что здесь все просто. Теперь завидую его несведомленности. Наверное, когда они меня нашли, на меня стоило посмотреть. Разумеется, меня накачали успокоительным. Сейчас эффект почти прошел, но я все равно чувствую ужасную усталость. Я был бы счастлив списать на лекарства сны, которые снились, пока лежал в отключке, но они были слишком похожи на те кошмары, которые я видел прошлой ночью в отеле Гилмора. Сны становятся ярче, они все больше похожи на воспоминания. Еще меня посещает и просто видение. А и просто у меня в башке возникает без всякой причины. Я понятия не имею, что они значат. Главное держать все в руках, возвращаться будет на стены больнички, мне не хочется. Рейд назначен на завтра, я бы все на свете отдал, лишь бы не возвращаться в этот город. Федерали вернули мне брошюрку, которую нашли на месте аварии. Еще одна полезная воспоминание. Так. Комбинат Маршей. Его облик был вне моего понимания. Огромных размеров. Че там, блядь? Ну хрена себе у вас тут, блин, пулеметчик вон. Выслать 3 мотоциклетки с пулеметами решили, что ли? Че вы делаете, а? Look here, Walters. Your profile shows that you're a man to be trusted. Even allowing for your stint in the nut house. I've packed you with armaments. I demand your complete cooperation. Demand you. Our reconnaissance reports have confirmed Sebastian Marsh, the manager of the refinery, will be out of town on business. He's left his son Jacob in charge of operation. We won't get a better chance to launch this raid. Our mission is to capture Jacob Marsh. Raid, главное. He may be our only chance to get under the skin of the Marsh family. We must secure him alive. Уж, блядь, так-то вот слушайтесь. У них нет доказательств. Они устраивают рейд вооруженный. Будут убивать всех, кроме главного. Ворота заперли, да. Get in your positions, agents! Keep sight of the loading bay. Там уже стрельба началась. Ой, блин. Нихера себе вы бегаете так. О, пулемет. А, типа сейчас их из пулемета положат. Hold your fire! Cooper, хоп. Get those damn doors open. Сейчас пулеметчик Ганс оттуда откроет, да? Так, патроны мне сохранили, брошь вернули. Ладно. Get clear the car, Jack. Now. Не. А теперь, говорит, иди и уничтожь пулеметчика. Ой-ой-ой-ой-ой. А, блядь, пистолет один оставили. Все, отобрали, блядь, оставили один пистолет. Чего нахер? И тебя всех переубивали, что ли?
For God's sake, Cooper, get your men out of there. They're sitting ducks. Nonsense. We'll lay down some covering fire. Иди, говорит, блядь. Может, живой станешь. Now go. The main doors are giving us too much protection. А! Хуя себе, блядь! Бэм-бэм-бэм-бэм! Ой, слава богу, хоть отсюда, блин, они с больнички. Я бы не пережил это. Можно пропустить как-нибудь вот эту вот заставочку? Ой, статистику давай глянем. О, почти пол игры прошел. Почти. Треть больше третья. Ни хрена себе выстрелов сделано. А почему у меня какая херово точность стрельбы? Не понял. Нормально вроде стреляет. Your profile shows that you're a man to be trusted, even allowing for your stint in the nut house. I've packed you with armaments. I demand your complete cooperation. Our reconnaissance reports have confirmed Sebastian Marsh, the manager of the refinery, will be out of town on business. He's left his son Jacob in charge of operation. We won't get a better chance to launch this raid. Our mission is to capture Jacob Marsh. He may be our only chance to get under the skin of the Marsh family. We must secure him alive. Even with Sebastian away, we expect the refinery to be heavily guarded. I'll fill you in with more details when we have breached the main door. Jack, you better stay in the car while my agents secure the entrance. Get in your positions, agents! Keep sight of the loading bay! On the roof! Sustain your fire! Take them down! Hold your fire! Cooper! Get those damn doors open! Давай, в общем, блядь. Ну у него патроны-то ведь не бесконечные. Схерачил машину. Давай, бухти. For God's sake, Cooper, get your men out of there. They're sitting ducks. Nonsense. We'll lay down some covering fire. You get your ass up there and show us what you can do. Чего, говорит? Кто вы меня, говорит? Sustain your fire. We can't get a clean shot. Ты чё? А как вы прикрываете меня огнём? We'll never hit him from the range. Сука. Вы, блин, это как его? Куда мне бежать-то, скотина? Куда мне бежать-то, блядь? А, вот, какая-то дорожка. Ха-ха! Дебил, блядь! А, нет. Я думал, что по этой дорожке надо было не бежать. Down. The area is clear. Вы еще меня подстрелите, блин. Так, чё у нас здесь? It's locked. Блядь. Ну? Well done, Jack. Wait by me while my men secure the area.
It's locked. Get over here, Jack. Let my agents do their work. Ну пусть делают, чё. Вот. Jack, you're in the way. Come over here. Check reception. It's locked, sir. Break it down. Then secure the area. I want Marsh alive. Everything else is viable. Где тут сохраниться можно? Fallout. Understood, sir. Okay, Hoover. What's the plan? I want to know where the hell they're getting all this gold. Все ведь из-за бабок. Не то, что люди здесь пропадают, а из-за бабок, блин. Смотримся, блин. Что у нас с окошком? Ой, с окошком, с небом. Недвижимая текстура неба. Хоба. Ну, по 6 штучек. Ой, какой-то книжка лежит. О! A mug? Чего? Вас всех переубивали, да? Я правильно понимаю? That noise. It came tempting, but I don't have the time to relax. There's nothing important here. A mug, a pack of smokes, and a book. Reception must get real busy. Real busy, no. Так, блять, сколько было там этих винтовочных патронов? Буквально 5 не посмотрел. Ну тоже по 6 штук. Че здесь у вас? Вы мне, блин, сохраниться дайте! Лучше. Я хочу узнать по поводу, надо было Рут спасать или нет, блин. Может, нахер она не нужна была. Так, не проходит. This way up. Вон стоит кто-то. Судя по прямой фигуре, Гувер, а не какой-то там из этих карбуляторов. О, God, what the hell now? Убили нахер, блядь. Hey, what the hell now? Так, мне туда или не туда, интересно? Так, патронов для револьвера, ой, для пистолета 37. Сохранимся и сейчас узнаю насчет этого. Так. Вторую, да? И бляха-муха. Проверил. Ничего на самом деле ни на что не влияет. Спасешь ты Рут или не спасешь Рут. Правда, я по верхней локации не пробежал, так и, кстати говоря. Ну вот. Ну заново не буду сейчас фигачить. Они все при аварии погибнут, в общем. What the hell? What happened down there, agent? Did you find Marsh? What are you staring at, Jack? He was just a field agent. He knew the risks. The power's been cut from the elevator. It must have been shut down from the main. Что за херню устроили? I'll secure this floor. I already checked out the stairs back there. You can't get through. The corridor's choked up with hot steam. Seems like one of your agents took the full blast. He stiffed it. The body's been burned. А почему вы разбежались, дебилы? Каждый получил. Well, try the other set of stairs. Get moving. Блять. Гувер, блин, странный. Блять, дробовика теперь максимальное количество патронов. Ну все, так-то патронов до хера стало в игре. Так, по этой лестнице лазил. По этой лазил. А вон еще лестница. Еще наверх лестница была. Что-то тут до хера это мест, куда сходить можно.
Сколько? 5 у меня полная, блин, охереть. А чё мне плечо? Чё не надо, нет? Давай, лечись. Тут, блин, оставлять что-то позади нецелесообразно. Так, дробовичок, доставай нахер. Оу, все сохранёнка. Откуда сохранёнка? Никого. Рыба. Гувер, блин. It won't open. Won't open. Nothing of interest. Где? А я покопался в этих ящичках, вдруг интересно. Ой. Ой. Администрация. The door is bolted shut. Bolted shut. Не, на самом деле, где, как пробраться в сохранялку? Вон какой-то путь. Или чё? Ah, the gate's been padlocked. I can't open it. Ну-ка. Блять! Меня этот забрали. Ха-ха! Вот так вот, да, значит? It won't budge. It won't open. The elevator carriage must be blocking it. It won't open. Эй, ладно, на последнем будем сохраняться. The elevator carriage must be blocking it. The elevator isn't responding. It needs to be powered back up. Мы вдвоем что ли с тобой остались, блин? Ну, херить, ты начальник, блин, привез с собой людей. Ой. Их всех переубивали, и ты такой, а не знали, на что шли. Блин, в своих людях не заботишься вообще никак, да? Ну-ну. Так. Ну. Что-то накликануло. Не кликануло. Вот эти вот торможения. Так. Блять. Тут что хотел сказать, сейчас шмалять буду. Стоп! Такая музыка страшная. Блять, где ты нахер? А вон оттуда ведет огонь. Понял, нет, блин. Так, что-то все ниже и ниже. Так, лечилка, это хорошо. Надо тот угол проверить, блин. Сука. Вон опять. О, еще один. Блять, тут дробовик нужен. Ха-ха-ха, бля. Игра понемножку превращается в стрелялку, в общем. Здесь нихера нет, да? А, патроны есть все-таки.
Пистолетные 33. Стало 41. 8 патронов, да. Учить-то мне нечего, нихера, у тебя ряха так-то, блядь. Так, что у нас? И пистолетный можно тратить, и дробовичок. Из автомата я так и не пострелял, блядь. О! Ой! О, блядь. Не слышал? Да не, нихера, это чё? 21 патрон остался, блядь. Только начинаешь нормально стрелять, и уже у тебя патроны заканчиваются. Так, пока ниже не будем спускаться. Блядь. Револьверные. Ух ты, блядь. О, спуск вниз есть. А! Блять! Take it down! Ну у вас и голос. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Тихо, блядь. Там же это, как и у меня, личинка еще лежит. Ага, давай попробуем прокрасться. Ой, блядь, какой крас. Да пошел ты, иди сюда, блядь. Блин, недолго. А, блядь. А, бляха, муха. Вот и вот и. Экономия патронов, блядь. Сука, чё? Патроны кончились. Понятно. Пошли за лечилкой. Я не понимаю, где прыгну. Там можно спуститься. Чё-то я все шел на нить, а бинты это все полное. Doors bolted shut. Слава богу, бля. То бы еще один путь, и они уже тут спутались бы нахер. Еще одна дорога. Блять. Сохранялка. Сохранялка, хорошо. Так, что тут запускать надо? Ничего не надо запускать. Куда-то едет. Ага. Отсюда я пришел. Тут, в общем. А, бляха, муха, падла. Автоматчик.
ты, сука. Иди сюда. Блять! Откуда выстрела? О, сзади почему-то пришел. Ай! Скотина, блин. Нормально шмальнул. Блять! It's a drive belt for heavy machinery. Okay. Heavy machinery. These old workbenches don't look like they've been used for a long time. Револьверчик, револьверчик, для которого. Так, жди. Сейчас револьверчиком нужно бегать. 16 2. О, 200. Вот нужно автомат теперь где-то найти. Ключилка. Чё у нас опять все полное? Револьверные патроны, которых опять навалом. Чё куда? Блять. Еще раз сохранимся. Будет не лишним, мне кажется. И эта херня никуда не едет. Так, я походу дела заблудился. Эй, блять, нет, не заблудился. Блять! Тебе про то, что бесите, блин. Вы, блин, постоянно появляетесь. Голову. Блять! Вот отсюда он, да? Нет? Че у нас с личинкой? Бля, сука. Идите полечимся. Да этот сраный приводной ремень-то присобачить. Вот тут какая-то херня. Сука, пошел ты нахер. Да не сюда. Так, блять, куда ты прибрал? Что за у вас рабочие вооруженные, блин? It won't budge. О, блять.
револьвер. Так, как бы, блин, странное оружие, конечно. Так, тупик, бля. Цианид сторож. Ни хрена себе, нахер вам цианид-то? Дженератор. О, блядь. Сука, стоял такой. The generator didn't power up. Something must be wrong. Блять, дверь закрыли нахер. The door's bolted shut. I won't be able to fix the problem from behind this gate. Блять. А, есть пульт. Сколько у меня патронов-то? А, 7. Еще, блядь, приберитесь сюда, суки. Так, установить ремень. Установил. It won't open. Я оттуда пришел. Все, запустил. А, подожди. Ну, работаешь, да? Да, работаю. It won't open. И запускаем. Can't press the button. It's enclosed behind a glass panel. Чё, серьёзно, бля? I've already done that. Всё. Включилось и работает. И что теперь сделать? Какие-то дорожки, бля. Да пошёл ты, бояка. Ладно. Всё, я тебя понял, бля. О! А, вот там прыгать можно было. It won't open. Так, блин. Пускай это. Или подожди, может перепрыгнуть можно? Нет же, не, не хватит. Тяги не хватит запрыгнуть. Высоты он боится, блять. Ладно, пошли обратно. It won't budge. Пускай, блять. The door is bolted shut. Там чё? А там ничего. А, тут, бля, я буду ездить еще отстреливаться от всех, да? Ну, это, наверное, в следующий раз сейчас надо сохраниться, бля. It won't budge. В смысле, а? Или к этому прийти, к Гуверу, бля. Ну, ходит туда-сюда. Ну, для начала сохраниться. Что такое? Блять, на пилюге. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так, для дробовика 19. О, блядь! Сука! Пулеметчик Ганс рядом оказался. Блядь, они опять все заполонили. Надо залечиться, блядь. Нет никого, давай лечимся.
только вроде поднакопишь это, как его, лекарство, аж лишнее становится. Так где она стреляет так, что, блин, ну это... Ходишь потом с пустой аптечкой, бля. Муха есть тут рядом. Я уже заблудился. А, блядь. Сохраниться, говорю, надо. Бля. Сохранился, называется. Так не здесь сохранение. Блядь, да что такое? Осень, это небо. Сейчас я завалю тупо. Блять, уходит. Получил, бля, спину нахер. Блять, дайте до сохранялки добраться, и ребята, блин. Сука, в спину начал. Ну, на сегодня я все думаю. Потому что последняя сохранялка как раз далеко. Ладно, все, всем пока.